три хаты пул от лайфа. Асос делает зелка и второго заказывает. Уж не зелки ли фаржа это? Можно ведь зафотонить. Фаржу ставит сос. Третью собирается фотонить абсолютно точно. И третью-то зафотонит он, похоже. Лайф ставит сразу же базу на золоте. Просто великолепная, я считаю, реакция от Лайфа. И у него будет преимущество сейчас. Здесь куда-то зелок побежал. Куда зелок-то побежал? Пропускает сос четырех лингов еще. Что за ошибки-то нелепые? Пытается Лайф пробку фокуснуть. Пробка уходит. Чудо, контроль, посмотри. Ё-моё. Вы видите, что это финал, ребята. Это игры, достойные финала. Дроны уходят на мейн. Ну, Оракул просто неумолим. Он громит их, разжигает, разрывает. Спорки нет на мейне. Гейты добавляются. То есть после Оракула еще сос будет допушивать сейчас именно с этого пилона. Сталкеры, зилки, сентри заходят, два оракула есть, линги хоть и с мувом, но оракулы им выдают сейчас просто прикурить. 90-85 по лимиту. Сос заходит, Роучий пофокусил, 1-0 сос. Больше мне сказать здесь нечего. Филды все великолепнее и великолепнее. Просто разгромил сос первую игру. Ранний пул от лайфа пошел, посмотрите. Ну что, начинает Лайф подгрызать. То же самое абсолютно происходит, что и против классика, но тогда Лайф проиграл. И три зилка Мазеркор Лайфу абсолютно нечем отбивать. Здесь нужно королеву вниз выводить сейчас. Нужно лингов новых заказывать, и Лайф десятку заказывает. Он вынужден их заказать сейчас. Ну что, зилки приходят на третью. Сос собирался ее отменить, но ее и нету. Хороший, ну как, филд сос поставил, но Лайф смог лингами все равно пробежать. Это минус центря, минус пробка и минус пилон. На ровном месте Лайф сейчас просто разбирал. Зилки тоже ворваться не могут. Если еще одну центрю Лайф убьет, это вообще печаль будет. Он убивает еще одну центрю и одну пробку еще убивает. 8 лингов тут просто громят базу Протосу. Он впереди и два Роуч Ворона Карл. Роуч Ворон на мэне, сос его прекрасно видел сейчас, а на второй. И на второй увидел. И робо заказано. Читает игру просто на ура. И ему не надо сейчас спешить спускаться. Висит и... Ой, пополз Лайф. Пополз вперед, родной. Будет заползать прямо сюда. Нет, не рискует, не заползает. А в это время 4 дарка сос заводит на третий Нексус. К Лайфу. Иммортл выходит, Иммортл начинает дэмэдж выдавать. Но здесь Лайф готов. Здесь Лайф готов. И вот сейчас сос загулял, Лайф просто заходит. Смотрите, стенки нету, на ровном месте просто. Ну ё-моё, ну вот как так? Сос принимает всех роучи. И, знаете, заползание-то для Лайфа получается минусовое было. Посмотрите, он все, весь лимит просто нахрен отдал сейчас. Выкапывается, в лоб пошел Лайф. Иммортлов много, колосс один есть. Иммортлы, правда, подставляются. Два из них падают. Колосс тоже моментально был отфокушен Лайфом. Дарки сверху нарезают. Что сос творит? А где уверсир-то? Блин, как он дарками часто так круто пользуется. Колосс один есть, ну он не спасет, скорее всего, просто сейчас. Сталкеров сос контролит. Сверху там давар зелков, дарков, дарки втроем выходят, но они не могут справиться с таким количеством зерга. ГГ пишет сос, 1-1. Нексус ставит, гейт есть. И вот, посмотрите, пилончик пошел. А разве у классика также пилон застрогивал? Похоже на то. Ну что, гейт уже сгрызть не получится. Хотя Лайф лингов достраивает, посмотрите, делает мув, и 12 лингов что в продакшне. Гейт падает, сос вынужден стенку продублировать. Кстати, опасно для... Ой, как опасно для Лайфа, гидраты без ренжа пока. Приходит сос, королева сплитится. Два филда, минус 2 гидралиска. Аккуратнее нужно быть, еще минус 2 гидралиска и королева. Контроль просто великолепный.
Рампа полностью заблочена филдами. Не могут гидра спуститься с рампы, но зилки-то подходят, подставляются под эту гидру сейчас. Но, тем не менее, лайфу не хватает. Это 2-1. Сос. Ну что, мешает третью запилить сейчас сос лайфу. Пилончик пошел. От злости линги такие злые, что даже камни, которые к застройке никакого отношения не имеют, решил погрызть. Настолько хитрец, прям я поражаюсь. То есть он показывает сейчас, что призма, и хочет иллюзии Immortal показать, что он еще Immortal Push будет делать, чтобы не понял лайф, что и там дарки. Минус третья база, да варп дарков. Лайф прочитал, все сейчас прекрасно просто, что происходит. Нексус не выживет, сентри падают, дарки окружены. Это черный день протусовской расы. Ну что, заходит 5 дарков, минус спорка. Это минус хата третья. 5 дарков на хату разменять, что ли? Нет, сос еще 4 забирает. Как вовремя призма прилетела. Аж целых 16 муталисков от лайфа залетает. И сос не готов к ним абсолютно. Хата восстанавливается, а здесь проблемы будут. И третий Нексус еще лайф сейчас зафокусит. Судя по всему, счет сейчас станет 2-2. Какой финал у нас, а? Уже мне нравится он. А еще впереди минимум нас 2 игры будут ждать сейчас. Пробок 20 минус. ГГ пишет сос. Лайф 2-2. Пятая минута игры идет. Старгейт. Вот это интересно. Special Tactics. Специально для карты терминал. На такой карте необычно. Темпест прилетает, начинает харасить. Revelation King же ты уже, сос. Ну что, 2 дрона сос уже бил. Второй темпест прилетает. Я чуть не заметил, как он строился вообще даже. А, корапторов 7. Блин, лайф... Простите, сос не знает о том, что сейчас спайр у оппонента его. И то, что там корапторы. Сос видит темпестов, сейчас телепортик домой пошел. Все. Есть корапторы. Не кидает лайф корапшн. Да и бить-то там некому сейчас этих сталкеров. Филды новые-новые идут. Гидры пока недостаточно у лайфа, чтобы это все взять да принять. Мита уже больше соса боевого на 20-ку. 104 на 86 только что было. Это агрессивный блин вперед. Подрезает рабочих, хата тоже сейчас упадет. И как эту хату-то оборонять? Вот сейчас с брудлингами пытается вперед пойти, но блинк назад отступает сос с помощью блинка. И все, четвертую минуснул. Но сос на блинке переконтраливает оппонента своего. Агрессивный блинк вперед, это 3-2 в пользу соса. Ну вот сейчас важно, чтобы Life Immortal Push заметил сразу, как он пойдет. Сразу. Supply блок недолгий, но supply блок сейчас. Заходит сос. Лимита очень много сейчас у протса. Какие хорошие филды. Вынужден всех дронов лайф брать. Но дроны ему пока не помогают. Призму сбить невозможно. Вот сейчас она под гидру, нужно фокусить. Призму фокусит, лайф фокусит призму. Красавец варп сбивает. Отлично. Отлично. Но лимита близкие. Лимиты близкие. Но с дронами сейчас принимать собирается. Но... На мейне боевых единиц мало, поэтому дроны погибнут все на халяву. Все, здесь лайф убивает, но боевого лимита 19 на 46. Нужно контратаковать с гидрой. Судя по всему, мы увидим сейчас решающую 7-ю игру. Прибегают линги, гидра новая приходит еще. Пара штучек, спускается колосс. А он-то здесь просто ультимативен, он сейчас все разберет нахрен здесь. Позиция хорошая. Позиция сейчас очень важна, ни в коем случае на филды не заходить нельзя. Здесь у него преимущество, что колоссы без рейнджа и нужно разбирать. И разбирает. 3-3, ребята. 3-3. Сос начинает через фаржу, а лайф через газпул начинает. Он делает беллинг баст в решающей игре в финале Близкона. За 100 тысяч долларов американских. Сос понимает, что жареным запахом нужно бустить кибернетку. Сентрю бустить. Сотки газа нету. Беллингов 4 штуки вперед выдвигается. Сос готовит дублирующую стенку сверху на хайграунде. Красавчик просто. Беллинги заходят, но спасет ли его эта стенка дублирующая? Мазеркор здесь. Линги забегают. Линги начинают грызть. Фотонку минусуют. Одну, но вторая это живая, плюс Мазеркор помогает, нужно беллинга взрывать, фотонку в эту нахрен.
Фотонку взрывает, в центре вышло. А сверху стенка есть. Оверчарж выставляется. Фокус Беллинга успевает. Сос, какой он, блин, реактивный. Успел фокуснуть Беллинга. Здесь есть пробка, она одна, но она стенку успеет сейчас запилить. Охренеть можно. На грани просто, все на грани. Жесть какая, а. Центря за пилонами стоит на хайграунде. Взрывается пилон. Лайв заходит. Фотонки есть уже на хайграунде у Протца. Нужно Нексус убивать Лайфу. Нексус падает. Кибернетку нужно фокуснуть, Лайф это понимает. Центрей очень много у Протца. Нет, ребята, здесь Лайф проиграл, похоже. Если б не Оракул, может быть, хотя бы что-то получилось бы сделать. Агрессивный Блинк Сос делает вперед. Лайф заходит. Роучина подземно. Муви врывается прямо в сталкеров. Сентри падают. Сталкеры на Блинк контроле контролятся. Роучи, это не гидра, они не настолько эффективны. А сталкеры по ним очень эффективно бьют. И 50 на 115 лимитов. 4-3 Сос, ребята. Сос понимает, что он чемпион. ГГ пишет Лайф. Великолепный финал. Не побоюсь этого слова. Великолепнейший, я бы сказал, финал.